Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о денежном гороскопе на конец июля 2021 года. И поговорим о знаках зодиака, на которых внезапно и по удивлению этих знаков зодиака свалятся деньги. Обязательно досмотрите этот гороскоп до конца, чтобы знать, что в конце июля вас ожидает. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, в конце июля 2021 года жизнь некоторых знаков зодиака сможет улучшиться в финансовом плане. И эти знаки зодиака смогут заработать и получить большие деньги, которым, несомненно, будут рады. При этом деньги эти свалятся оттуда, с тех источников дохода, которые вы даже и не предполагали. Итак, давайте начнем. Кто же эти счастливчики? Телец, уважаемые тельцы, вам улыбнулась удача. Но обращаю ваше внимание, что согласно вашему гороскопу в начале лета вам вроде как удача и улыбнулась, но в июне вам не удалось воплотить все мечты в реальность. И как раз поэтому звезды снова вам дают такой вот уже шанс, но в конце июля. И вы можете даже, уважаемые тельцы, не переживать, ведь все наладится в вашей жизни. В финансовой сфере к концу июля откроются новые перспективы, и вы сможете найти новый источник дохода, который еще вот сегодня, еще в первых числах июля, вы даже, возможно, и не догадываетесь, а просмотрев это видео, думаете с ухмылкой, думаете, ну как же такое возможно? Если вы хотите добиться своих целей, уважаемые тельцы, то перейти вам нужно к этому именно в июле 2021 года. Что говорят вам звезды? Главное, будьте внимательнее на работе, особенно если дело касается каких-то крупных проектов. Пересматривайте все варианты для того, чтобы в конечном итоге этот крупный проект принес не только деньги, но и вашему работодателю. И тогда все будет прекрасно. Следующий знак зодиака – весы. Уважаемые весы, удача будет на вашей стороне, но при одном условии, что все будет зависеть только от вас самих. Вам в конце июля нужно будет принимать достаточно сложные решения, и придется при этом научиться делать это достаточно быстро, молниеносно. И в таком случае вы сможете получить большое количество финансов, в том числе в конце июля к вам придут доходы, деньги от ваших дальних родственников. И как вариант, звезды говорят о том, что вам возможен дополнительная к вам подработка, над которой не отказывайтесь, и эта дополнительная подработка, как вы себя проявите, так и дальше у вас сложится отношение с тем человеком, который вам дает постоянно дополнительный доход. Поэтому, несмотря на неожиданные большие деньги, уважаемые весы, вам не стоит забывать и про основную работу. Да, как бы вам было не тяжело, мы все хотим заработать деньги, но все же. И без рисков весы не могут прожить. Но в любом случае исход будет, уважаемые весы, для вас положительным. Следующий знак зодиака – Скорпион. Уважаемые скорпионы, для вас конец июля будет не то чтобы удачным даже, а будет изобильным, и вы будете находиться постоянно в финансовом таком вот круговороте. И вам для этого не придется прикладывать достаточно много усилий. И вот за вашу обаятельность, скорпионы, судьба подарит вам вот эту денежную удачу. Если посмотреть на скорпионов, на их гороскоп, то скорпионы всю свою жизнь много работают и идут строго к своим целям.
Но именно сейчас, уважаемые скорпионы, вы уже сможете пожинать плоды своего труда. Но стоит приготовиться к неожиданным финансам. Что это может быть? Это может быть крупный подарок или, возможно, долгожданная премия от начальства, от руководства за последние полугодия. И совсем не важно, каким способом придут деньги к вам. Главное, чтобы они были, и вы смогли с радостью их реализовать в своей жизни. Следующий знак зодиака у нас, друзья, Стрелец. И Стрельцы будут чувствовать себя комфортно уже в конце июля 2021 года. Все ваши мечты начнут сбываться, и вы наконец сможете съездить в путешествие и, соответственно, там хорошо отдохнуть. Не так будет это важно, что это будут горы, море или пальмы с океаном. В любом случае, отдых у вас получится отличным, и представители данного знака зодиака смогут ощутить настоящее счастье. Многие также смогут совершить и крупную покупку, о которой мечтали несколько месяцев, а возможно и даже лет. И вы знаете, конец июля, уважаемые стрельцы, для вас будет отличным периодом. У вас получится заслужить прибавку к зарплате, возможно, у вас получится получить премию. Поэтому, стрельцы, вы можете расслабиться и составить планы на свое будущее уже сегодня и построить новые цели. А к концу июля вы сможете пожинать плоды своего труда. Следующий знак зодиака – Водолей. Уважаемые водолеи, вы в какой-то степени идеальные работники, потому что все выполняете качественно и всегда заслуживаете уважения начальства. И звезды говорят о том, что все ваши усилия обязательно окупятся, и в конце июля у вас будет возможность получить награждение за все свои труды. Что это может быть в конце июля? Вы сможете заработать крупную сумму денег, но вот здесь вот очень точно вы должны понимать о том, как вы правильно будете распоряжаться деньгами. Лучше потратьте их на какую-то крупную поездку, извините, на крупную покупку или на поездку. Именно в другой стране вы сможете набраться сил и получить большую порцию ярких эмоций. А что вам еще нужно для дальнейшего развития? И поэтому, уважаемые водолеи, этот отдых вам запомнится даже на всю жизнь. И он вам действительно нужен, чтобы вы смогли дальше двигаться к своим целям и, соответственно, больше работать. И жизнь изменится к лучшему уже совсем скоро, и вам остается только чуть-чуточку, уважаемые водолеи, подождать. Но что мы хотим сказать? Вы, уважаемые водолеи, вы можете быть уверенными на 100%, что те сюрпризы судьбы точно стоят того, чтобы их чуть-чуточку подождать. Вот так, вот такие знаки зодиака, друзья, на которых свалятся деньги в конце июля 2021 года.